короче, подходит к ней, ну, думает, что все, дружит, она ему навстречу. И, короче, тут прокурорский сынок, понял, на жестком таком моцике, понял, ну, какой-то Чикавасаки, Чихонда, понял. И Ирка такая, чик на него такая, Леша, ты же знаешь, я всегда любила байки, типа, это Никита, теперь я с ним. Леша решил их наказать за это, понял. Он расстроился, ну, давай к деду в гараж, открывает ворота, а там его величество Карпаты. Короче, что он сделал? Он в бак 76-го залил, а потом, короче, калить литр туда. Вот эта сладенькая такая, как фруктоза, да, фруктоза, он говорит. И, короче, вот этот оксид железа. И он говорит, вот это все спровоцировало, говорит, типа, ну, как-то умно, ну, типа, быстрое сгорание топлива, понял? Все, ну, коротко, коротко. Карпач начал выдавать 200-290, понял? И что делать? Эти же начинают гнать, короче, на этом, на мотоцикле, на своих Кавасаки, чехлы, я не знаю. И Леха сзади такой, фу, на Карпаче, понял, фу, и сравнивается. Это же сначала, дает газу, ну, хотел липануть от него, ага. А Леша такой, куда, дядя, иди сюда. И они все, нос в нос, понял, и пошла ментальная борьба, я не понял. Этот влево, тот влево, и они пошли по селу на 200, понял, мчат. Этот же, что так, вот нос в нос, у того уже, короче, по корпусу детонация, а Леша на расслабоне, понял. А Ирка ж не дура, понял, она ж понимает, что вот это ж Леша что-то ж с этим Карпачом сделал, что так. Она думает, это ж мне он и проводку в предбаннике может сделать, понимаешь? Она перебывается сразу, кричит, Леша, я дура, прости меня, говорит, я хочу вернуться. А Леша ей говорит, ну, говорит, пришло время выбрасывать старые игрушки. И в точку. Ушел, где-то там. Ну, того на спидометре 299, ну, рассказывал, а он еще метров 40 от него оторвался. Наказал? Наказал. Жестко? Жестко. Но это Леха. В этом весь Леха.